Всем привет, дорогие друзья, снова с вами Станислав на канале Шоу-Стрибун. Давненько почему-то я не готовил обед, вкусный обед. Сегодня готовлю очень легкий, вкусный, интересный рецепт моей жены, друзья. Начинаем готовить, поехали. Самое главное в этом рецепте супа, здесь не будет никакой зажарки. Друзья, я знаю, что многие не любят зажарку, у многих от этого потом проблемы с желудком. Поэтому сегодняшний рецепт будет очень легким и очень простым. Нам понадобится фарш. Здесь у меня примерно 400 грамм. Макароны твердых сортов. Здесь у меня такая мелкая лапшица. Морковка одна. Картошки берите на свое усмотрение, какое количество. Одна луковица, черный перец, соль. И буду это все готовить на бульоне курином. Фарш у меня свиной. Добавляю только смесь перцев свежемолотых. Опять же, смотрите на свое усмотрение, на свой вкус, какое количество добавлять. И также добавляю соль. Фарш можно брать прямо вот какой вам нравится. Куриный, свиной, говяжий. Какой нравится, такой, друзья, и берите. У меня есть свиной, я добавляю свиной. Хорошо перемешиваем фарш. И немного его утолачиваем, чтобы было меньше кислорода, воздуха в самом фарше. Теперь берем небольшое количество фарша в руку и делаем вот такие вот маленькие фрикадельки. Не делайте крупные, их потом неудобно есть. А вот маленькие, то что нужно. Ну вот и все, фрикадельки готовы. На все про все у меня ушло где-то 2-2,5 минуты. Очень быстро готовится. У меня остался куриный бульон, я отваривал куриную грудку, лук в шелухе, черный перец горошком, лавровый лист. Очень вкусный бульончик. Добавляю сюда кипяченую воду, обязательно кипяченую, друзья. Не добавляйте ни в коем случае холодную, именно в бульон. Добавил 1,6 воды, доводим до кипения. Теперь нам нужно нарезать картофель. Картофель нарезаю не крупно. Таким вот образом. Теперь нарезаем морковь. Морковь буду нарезать кубиком. Сначала разрезаю вот на такие пласты. Я, конечно, любитель супов с зажаркой. Но иногда, конечно, готовлю и такие супчики без зажарки. Им тоже имеет место быть. Лук нарезаю очень и очень мелко. Закипел бульон, отправляю все овощи. Бульон у меня соленый, вкусный, поэтому, друзья, пробуем на вкус, добавляем соль, черный перец, все на любителя, все на вкус. Теперь доводим до кипения, буду варить 10 минут, и потом будем отправлять только фрикадельки. 10 минут, как кипит наш суп. Отправляю фрикадельки. Варим еще 10 минут. И добавим еще один ингредиент, который мне очень нравится в супах. Так, что я вам могу сказать? По густоте мне очень нравится. Не жиденький. Супчик получается такой, как я люблю. А это очень-очень здорово. И добавляю лапшичку твердых сортов, один стакан, и варим 5-6 минут. И добавляю зелень, у меня свежемороженое, это петрушка.
Накрываем крышкой, выключаем нагрев и даем хотя бы минут 5 настояться. Самый ответственный момент, когда уже насыпаешь себе в тарелку, друзья. По насыщенности мне очень нравится. Все присутствует. Картошка, морковка, мясо, макарошки. Вот такой вот супчик у меня получился, друзья. Друзья, если вы еще не готовили такой вот супчик, обязательно попробуйте, готовьте, радуйте родных и близких. Друзья, прощаюсь до следующего видео. Не забываем комментировать, подписываться и, конечно же, ждать новых рецептов. Всем пока. Как же не попробовать на камеру, друзья? Легкий, ароматный и готовится очень быстро.